осознание того, что есть куча вещей, которые вы, белье нужно будет стирать, дела, которые являются вашими рабочими делами, нужно будет сделать, отношения, которые вам нужно как-то структурировать, их нужно будет делать. Есть куча вещей абсолютно неизбежных. Вот принятие неизбежности дел сильно облегчает жизнь. Потому что как только вы думаете про что-то, как про что нельзя не делать, ну или ну, нельзя не в смысле, что запрещают, не запрещают, ну в общем, а в том смысле, что вы все равно это сделаете. Вот, ну, можно мучительно, драгически, там, стоя, роняя слезы в раковину, на свой ежедневник, там, я не знаю, на почту, на отчеты, там, и так далее, но вы все равно сделаете.